Не первый год в нашем городе отмечают молодых людей, которые участвуют в развитии социальных направлений Сарова. В этот раз свою первую награду получила Елена Клюева. На торжественном приеме активистов педагогу-организатору Центра внешкольной работы вручили приз в номинации «Гордость». Девушка успешно представила наш город на молодежном форуме «Иволга» с проектом организации смены по развитию лидерских качеств для подростков. Это такая молодежная смена, где бы мы обучали именно подростков и молодежь, именно современным таким технологиям, прокачивали свои навыки. Андрея Ятунина также наградили статуэткой в номинации «Гордость» за организацию второго городского фестиваля экстремальных видов спорта «Skills Party». Молодой человек с активной жизненной позицией успевает заниматься музыкой, осваивать современные увлечения и проводить праздники для саровчан. Нас немного захватывает размеренный темп, связанный в основном с работой, домом, как бы, а творчество, музыка и именно деятельность в плане организации, они как бы вырывают. Это как бы то самое, что делать не обязательно, но ты это делаешь и достигаешь в этом результатов, как бы, и ну и оно, это и выплеска для себя, это новые знакомства, это целый спектр, набор эмоций. Премия молодежи Сарова – ежегодное событие, на котором чествуют юных активистов общественной, культурной и спортивной сфер, а также наставников дарований нашего города. Вместе с наградой Елене Седовой вручили долгожданный значок и удостоверение заслуженного тренера России. Для тренеров это, ну, наверное, это самая высокая, как бы, награда, которую можно получить. Вот. И поэтому этот значок получить не так просто. Тренироваться можно долго, но ничего не достичь. А когда вот видишь, что у ребят как бы в глазах горит, и они хотят чего-то достичь, то это прежде всего, знаете, и нас заставляет работать более как бы активно. Представители администрации, общественных объединений и творческие коллективы поздравили активистов и отметили важность людей, которые вносят вклад в развитие нашего города. За инициативным молодым поколением будущее не только Сарова, но и всей страны. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.